Принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» решили сами жильцы 25-го дома по проспекту Ленинского комсомола. Собрали все документы и подали заявку. Сначала третий подъезд занял первое место в муниципальном смотре конкурсе, а потом взял почетную бронзу в области. Главные критерии конкурса – это качество ремонта подъездов, также тематическая какая-то основа по ремонту подъездов. После ремонта подъезд действительно стал настоящим арт-объектом. В основе цветовой гаммы – сочетание серого, желтого и розового. Цветочные композиции у окон и на почтовых ящиках. Еще одно украшение – стена второго этажа с графическим изображением достопримечательности города. Задача жителей какая? Врач компания сделает. Задача жителей – сохранить этот ремонт текущий. Чтобы не сорили, не мусорили, не пачкали стены. К сожалению, дети, ну, мы видим по предупреждению, кто что сотворил, сразу обращаемся к мамочкам, что давайте исправляйте, чтобы такого не было. Ну, слышат. Алевтина Ковалева почти 20 лет живет в этом доме и отмечает, что после ремонта жизнь третьего подъезда действительно преобразилась. Люди стали бережнее относиться к общему имуществу, ведь все работы проводились с учетом пожелания жителей. Вместе с представителями управляющей компании собственники выбирали строительные материалы и цвет стен, обсуждали нюансы дизайна. Это шикарнейший подъезд, мне очень-очень нравится. Я видела другие, получается, с той же самой практически плиткой, но у нас шедевр. За призовое место в конкурсе жители получили в подарок экскурсионную поездку в Коломну от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.